И вот эту силу можно развивать, то есть примерно как вы работаете на снарядах, да, на снарядах, по макеварам, это все универсальная сила. Вы смотрите, я делаю разные упражнения, там мою пол, пиалы, а я работаю с одним и тем же, округлой целостной силой всех, на внутренняя сила, с одним и тем же. Она может проявляться, я могу сюда локтем бить, могу, неважно, проявление ногой, головой, там, чем угодно. Это второстепенно, вторая форма удара. А я все время работаю с целостной силой. Как есть упражнения изолированные, а есть на все тело, да? Который включает там, ну, приседает, тяг становый, да, там все тело. Вот мы только в приложении к внутренней силе сразу берем вот эту целостную силу. Мы берем главные идеи, отбрасывая все второстепенное, что-то важное берем. Остальное тоже важно, но оно на втором месте. А еще на первом месте, знаете что? Это работа вот этого сигнала «И». Есть маршал, который в голове дает сигнал, оп, пошли импульсы. Есть генералы, это ваша целостная сила, которая дает. Чтобы генералы начали действовать, привели в работу солдат, там уже какие-то техники, нужно сначала четкий маршал. И вот мы в первую очередь в Ицуане и иероглиф работаем с маршалом. Сначала главнокомандующих хорошо поднатаскать в академии. Чтобы... Все, он дает команды, генералы пошли работать и все. А есть еще разведчики, есть отряд спецназа, который... Он легкий, тонкий, он быстро может туда прийти и уйти. Это ваша сила Маудунь в проявлении столбами, это разведчики того. Оп-оп, я могу в любой момент измениться. Если наношу удар, его ведет тонкая сила, а большая сила в конце взорвется. И вот эта тонкая сила, она легко может измениться. Если я сразу большую силу здесь вот на территории работает, что-то изменилось, она не сможет. Большой отряд туда, хоп, и армия провалилась. А вначале тонкая-тонкая сила ведет, которая можно, но за этой тонкой силой мгновенно может подключиться большая сила. Поэтому я как бы нащупываю разведчики здесь, хоп-хоп, пошел, хоп, в любой момент могу переключиться, изменить направление. Вот это еще выше пилотаж, и она уже заложена в столбе. Растяг, что-то изменилось сюда, иду назад, тут же хоп, мгновенно вперед, работаю со спецназом. А сигналы от маршала? Отдохну. Ос. Интересно? Удачи вообще. Ребят.